Ах, как же перекричать ажиотаж переполненного бара. 8 марта итальянцы не только дарят женщинам мимозу, но и едят мимозу. Нет, не салат, а именно дольче, сделанное в виде тортика, усыпанного желтым бисквитом. Вот и я не удержалась, зашла в кондитерскую, чтобы вкусить кусочек этого нежнейшего торта, сделанного из воздушного бисквита и ароматного крема дипломатика. Хлебная лавка, куда я хожу за хлебом. И вот такие прекрасные тортики сегодня стоят на витрине. Уже так выглядит Пасха. И вот эти яички очень похожи на торт мимоза.